день. А скажите, как относитесь к застройке здесь, вот на этом лугу? Отрицательно мы относимся. А почему отрицательно? Отрицательно. Мы считаем, что такую красоту нельзя терять. Это естественная природа. А потом будет... в городе есть столько мест, старых захламленных улиц. Сносите эти дома и стройте на доброе здоровье. Нет, нужно обязательно вот лезть сюда на природу. Здесь как Швейцария, красота какая. Давайте попросим застройщика, чтобы он остановился, да? Так надо не застройщика спросить, а тот, кто разрешил застраивать. И того тоже попросим. Мы против застройки. Мы против. Благодарю. Тот, кто подписал, нужно